Оригинальный есть, не оригинальный, а именно оригинальный искал. Ну, в смысле. Сколько он стоил? Тысячу. 1000 рублей с Тысячу или... доставкой, да? Да, 1000 и 1100, с доставкой обошёлся. Ну все, будем ставить. Ну, все. Замена дисплея на телефоне. Лияка, Липо 3. Лико 3? Липро 3. Липро 3. В принципе, он, даже если мы его поломаем, похер, не страшно. Да. Уже все. То есть он уже... выключить, наверное, да? Поэтому, да. Поэтому, что я люблю менять экраны. Все можно ломать. То, что не страшно сломать. И вот по итогу мы заменили... экран сенсором. Экран, да, с сенсором. Вот, получается, это был разбитый оригинальный. Это с Алиэкспресса пришел нам. В принципе, меняется довольно просто. Нужно его обязательно прогреть и поддеть вот такой вот штучкой, которая идет в комплекте. Карточка. Плоская карточка такая тоненькая. Ну, дальше наклеить двусторонний скотч по периметру, потому что в комплекте его к экрану не было. Экран стоил 1000 рублей на Алиэкспрессе. Доставка за две недели. Замена заняла где-то полчаса. Ну, вот так вот. Сел экран идеально. То есть во всех местах идеально. Единственное, что вот тут чуть-чуть есть подъем небольшой экрана. Ну, потому что здесь вот есть... деформирован корпус. Да, чуть-чуть удар был, деформирован корпус. Поэтому здесь я не скажу, что он идеально сел. А везде остальное все четко. То есть вообще класс. Даже вот тут тоже деформированный корпус, но тут он сел. Вот поэтому включим телефон. Финальный. Посмотрим. Что, снимаем? Да снимай, конечно, что-то. Снимаем вот этот вот гарантийный... талон. Талон. Тут серьезно все прям. А, подожди, он еще тринтиснул, он еще это куда-то сторонний. То есть, ну, в общем... интересно. Что у нас тут? Экран... новый. Новый, битых пикселей не видно, не наблюдаю. В целом сел хорошо, мне нравится. Прям вообще не придраться. Ну да, сюда. Вообще не придраться. После единственное, вот, хорошо вот, смотрится. Как бы... непривычно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Там скотч двусторонний, я смотрю. В смысле, имеется в виду, он там на болтах нигде не крепится? Нет, на болтах там ничего не крутится. Там получается шлейф, там держится... о, все, есть. Ну и все. Шлейф на двух болтах и все, а сам он на скотче двусторонний по периметру и все. Поэтому нахуй. Ну скотч, видишь, он в любом... он же типа был водонепроницаемый у тебя? Ну, наверное, это не топило мне там эпохи на самом деле, но... ну вот, то есть он был водонепроницаемый. То есть после таких вот заменов лучше. Ну, его... понятно, понятно. Не топить его. Не топить. Так. Да я и так аккуратно. Ну и за год. За 2 года уронил. За 2 года один раз уронил? Я это, на русский остров поехал, нога поняла. Ну, в смысле, ронял его раз 20, а получилось так, что этот, у меня был силикон уже, эта херня. У меня, получается, нога подворачивается, я его как бы кидаю прям на камень, вот, и накинул. То есть, если бы он еще плашмя упал бы, там мне скотч, ну, кое-что, скотч, силикон, вот этот силикон бы, у меня, ну, как бы все бы, ничего не было. Так, а так 2 года я ходил без этого, без защитного стекла вообще, похер. То есть, у меня раз на 1000 падало, я бы не падал. Хер. Там из 2 метров у меня часто падало, ну, свою ярость там. Ну ты мастью прям нормально так пошло. Быстренько. Лишь бы работал. Ну и до новый экран. Да должен что, заводской. Да не, обычной проблем нет. Оригинал. Я смотрел там разница из 200. Точно нет у этих?
Точно. Болтов. Точно, точно. Болт только на шлифуе, ну, то есть получается... А, на шлифе, да? Да, шлиф, то есть болт и все, там два болта идет маленьких, а так, и нету там, на скотч времени, идет и 4, посмотрел по этой модели. Ну, сам думаю. Ну, вот у нас будет еще одно видео. Ну, классно. На YouTube зальешь вообще, будешь этим мастер. Ну, да. Да, будем повышать какой-то. Вот, и шлейф на двух там болтиках, и все. Вот они, два болтика. Так, батареечка тут не отстегивается? Нет, а зачем? Ну, в смысле, где батарейка? Ну, сзади. Ну, то есть он у нас не отстегивал батарейку? Только шлейф и все, тут легко замена делается. Я понял, я имею в виду, что... Нет, ничего не надо ничего больше делать. Ну, желательно батарейку отстегивать, я вот хочу. А зачем? Зачем? Чтобы не коротнуло ничего. А, да вот почему. А как, то есть, если получается, чтобы ее отстегнуть, тогда она получается, ну, дальше разбирать. Ну да, я так и говорю, что... Смысл? Непонятно. Ну, в принципе, тут-то все понятно. Так, где-то у меня был... Так-ка. Че, кого? Где мой... Отвертка моя была. А, вот вот. Я другая. А. Вот тут... Ну, не лежала, я пришел, я видела. Так, куда? Когда я пришел, я на какие-то были. Ладно, может, она вообще намагниченная. А, у тебя она там магнитная, да? Давай вот так вот. Как в видео было, да? Возьмем вот эту штуку, чтобы ничего не закоротить. А пластиковая. Ну да, там, кстати, была пластиковая эта тема. Так, теперь приподнимем шлейфок. Ну ты вообще уже мастер, сейчас еще видео с миллион лайков соберется, налейка будешь там специализироваться. Ну, да таких, наверное, телефонов особо нету. Да, конечно. Так, не скажи. Ну вот, сняли мы экран. Что-то плохо видно. Так, у нас вот шлейфик. Можешь подержать его вот так вот? Телефон? Да, нет. Вот эту. Так, ну конечно, ничего не могут. Это зачем здесь? Чтобы помогать? Они это... Они делать вид. Там такие тоненькие контакты подставляются, что ли, да? Вот. Ого. Все, ну мы не будем его прикручивать. Да, просто поверить надо. Так. Работоспособность. Первый старт, как старт, да? Да, 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 да. Нажимаем. Он уже остыл, в принципе, не страшно. Android. О, все показывает. Да, Олег. По-китайски. Да, ладно, китайский экран, видишь, по-китайски иероглифы показывает. Чего, ништяк. Они... Так, сейчас сенсор еще проверим. Ну, конечно, чтобы сенсор работал, да. Что-то кнопки ниже, подсветка. Да, они же не... Они сенсоры должны присоединиться. Ну, что, может, присоединиться. Да? Там снизу три кнопочки. Угу. И, ну, уже что работает, уже хорошо. Уже первый этот. Ну, сейчас сенсор, чтобы еще работал. Да, чтобы сенсор работал. Кстати, удобно, довольно легко меняется. Да? А Лека, они, кстати, для России делали очень... Они, видишь, у них было цена-качество вообще отлично, но они, короче, на этом и разорились, короче. А, да? Это очень низкая цена, очень высокое качество, себестоимость высокая. И они сейчас их потом на AliExpress вообще за копейки скидывали все, ну, да? Да, они до сих пор там 5-6 тысяч рублей, там, за 4, по-моему, 500, ну, то есть... Ну, они не поддерживаются, да, получается? Ну, ты знаешь, обновление последнее пришло, по-моему, полгода назад. Mm-hmm. То есть еще я удивился вообще, что как бы они уже там полгода... Появились. А, ну, вот они, все. Ну, да, Лековские даже сенсоры, ну, все. Эти появились, сейчас запуск приложения. Что-то долго стартует. Ну, экран, сенсор работает. Ну, все работает. Ну, замечательно. Можно выключать. Это отлично. Что такая... Так. Как... Вниз. Все. Либо долго жмешь. Теперь сейчас я становлюсь умнее с каждым днем. Да, это Лека. Не, жалко, что они, конечно, перестали их выпускать, но я бы все равно так. Не понравились. Теперь нам нужно... Экран добить тот. Добить тот экран. Короче, этот рабочий экран. Да, ну и все замечательно. А он... 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 А
Так. Это мы снимаем. Это тоже снимаем. Хотя эту можно. Фиксацию составить, да? Ну-ну. Так. Печать. Мао Цзэдуна. Так, теперь самое основное. Ну, я узнал, когда синяя стоит изнутри, вот, типа качество. А, ну. Давай, что, прижились? Уже мастер смотрю. Второй раз, видишь? Легче. Проще. Давай, вижу. Так, этот у нас... Рамка. Так, вот так был? А вот не знаю. А, вот тут. Вот так. Да. Подрисовано как даже. Видишь, как для все для людей. Даже. А, ну, стрелки. Угу. Для тупых. Кто видео не смотрит на YouTube, да? Ну что же еще? Магнитные. Болтики любят ускакивать. Это. Ну это понятно. Блин. Да. Ничего не видно. Люди будут смотреть и материться. Не, видно, я смотрю, вот экран как. Есть? Видно, видно, нормально. Все, теперь клеим. Теперь так, сеточку я поставил, ну так, тут еще что-то. А что это? Я что-то не помню, уже не. А, еще какая-то клюночка. А, еще вот тут вот мы не сняли. Вот эту шляпу. Все, да? Все, все убрали. Новенько приклеить. Самый ответственный момент. Да, даже на русском для России выпускали, когда они же... Сверху хорошо сел, снизу... Так себе. Ну, надо... Что, он подавливается или что? Или что? Снизу, наверное, подогреть надо. Ну, сверху вообще идеально. А, подогреть, смысл, смешиваю. Подогреть, ну что? А снизу...
Внизу тоже сейчас уже сел. Ну, так, погоди чуть-чуть его, да, без фанатизма. Отключим. Перед перегревом. Убедиться, да? Чуть-чуть снизу, как бы, ну, сверху-то идеально. Снизу чуть-чуть, мне кажется, щелька. Да? Ну, это уже сам экран он такой. Видишь, чуть-чуть, типа, ну, и... миллиметраж. Ну, так незаметно. Нормально. Это мелочь. Красота, целый экран. Да, кстати. О, 17, запись идет 17 минут, то есть, в принципе, все работает. Замечательно. Сейчас мы его прогреем. Что значит брюк из деревни? Type-C, блин, ё-моё, два года назад уже, да? Да, это, у него все было, у него этот, и Dolby Atmos, и все поддерживает. И аудиочип, и процесс, ну, то есть, было самое все передовое, самое лучшее. Соневский модуль, этот модуль соневский хороший. Соневский на 24 мегапикселя, да, который? Сколько? 24, ну, который ОЗ-2 стоял. Нет, 16 тут какой-то стоит, на 16 мегапикселей. Хороший, да? Да, соневский. Два динамика, ну, все, да, все было чуть лучше. Это щефен? Да. Чуть-чуть подуем на него, ну, так, чтобы он подсел. Ну, чуть-чуть я понял тебя. Подплыл, подрасплыл. Без фанатизма. И вот по итогу мы... заменили экран сенсором. Экран, да, сенсором. Вот получается, это был разбитый оригинальный. Это с Алиэкспресса пришел нам. В принципе, меняется довольно просто. Нужно его обязательно прогреть и поддеть вот такой вот штучкой, которая идет в комплекте. Карточка. Плоская карточка такая тоненькая. Ну, дальше наклеить двусторонний скотч по периметру, потому что в комплекте его к экрану не было. Экран стоил 1000 рублей на Алиэкспрессе, доставка за две недели, замена заняла где-то полчаса. Ну, вот так вот, сел экран идеально, то есть во всех местах идеально, единственное, что вот тут чуть-чуть есть подъем небольшой экрана, ну потому что здесь вот есть... деформирован корпус. Да, чуть-чуть удар был, деформирован корпус, поэтому здесь я не скажу, что он идеально сел, а везде остальное все четко. То есть вообще класс. Даже вот тут тоже деформированный корпус, но тут он сел. Вот поэтому включим телефон. Финальный. Посмотрим. Что, снимаем? Да снимай, конечно. Снимаем вот этот вот гарантийный... талон. Талон. Тут серьезно все прям. А, подожди, он еще-то интересно, он еще это куда-то сторонний. То есть, ну, в общем, интересно. Что у нас тут? Экран... новый. Новый, битых пикселей не видно, не наблюдаю. В целом сел хорошо, мне нравится. Прям вообще не придраться. Ну да, сюда. Вообще не придраться. После единственное, вот, хорошо вот, смотрится. Как бы... непривычно. Ставим лайки, подписываемся на канал.